Мастер-класс по созданию шикарного гаджета для шампанского из пробки. Пробку удаляем, остается проволока. Так, вот смотрите, ловкость рук, никакого мошенства. Так, раскрепляем. Вот такие у меня талантливые подруги. Ладно, надо было сперва подумать, зачем? Так, вот так вот. Ага, такой делаем трезуб украинский, красивый. Отлично. Супер. Так, и теперь вставляем в пробочку, закрепляем. Получается вот так. Ну так вкрути, шо, тяжело, сил не хватает. Сейчас я дам нажать. Давай. Ага, вот эта штучка скручена. Делаем маленькую дырочку. Вот уже тут у нас коллективное творчество. И ее туда немножко погружаем, вкручиваем. А теперь этой штучкой мы убираем газики из шампанского. Прекрасно, это шедевр. Браво. Учитесь, запоминайте, повторяйте. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Пей с нами. Пей с нами. Хорошего вечера всем.